че это? Может, школа какая-нибудь? Детский дом. Блять, Intel вон он свой. Ёб твою мать! Стрит эти ёбычи, ёбаный в рот. Блять, это нейроёбычи. Пиздец какой-то. Фу, блять. Пизду, это, блять, страшно. Классика, блять. Нейроёбычи, это, блять, 10 из 10. Киберпанк, который мы заслужили. В дрочеве, блять, нейроёбычи. Я чё ебало, нейронка рисовала. Сука. Вертолёт заблудился, что ли, блядь? А вон, началось, он вот хуярит. А, вот, летит, ебать. Минус один! Блядь, из леса всё ещё стреляет. Чё вертолёт-то сделал? Всё, что ли? Это всё? Блядь, хватит с тебя, нахуй. Один залп сделал, съебался, охуенно. Охуенный саппорт. А нет, еще пару залпов. Он, блядь, он воюет вообще не там, где мы. Кидер. Ну, видимо, петухам подкрепление идет. Справа в лесу Петя. Я не могу, блядь, его найти. Ебучей траве нихуя не вижу. Вот его просто тоже не видят. Ну, блядь, мы мне тут кажется, в траве. За тем камнем миномет находится. Там, может, туда арту ебануть. Ладно, там же ебашло. Блять, чё с этим петухом делать, блять? Он заебал. Накидывает, блять, откуда-то. Дай ему бок кину, блять. Понял, блять. Всё, нет его. Может, камню сбегаем, посмотрим, что там. Именно это, блять. А, вон он. Да, я взрывчатку положу. У тебя взрывчатка есть? Ну, у меня просто смеем взрывом устройства. Блять, ай! Блять, нихуя себе! Мне даже попали. Откуда, блять? Мотаюсь. Че ты говоришь, взрывчатку где-то спиздил? Да у меня же самодельное взрывное устройство вся было. Ага, клади. У меня детонатор есть. Давай полминуты ставлю, ёбал. Подожди, подожди, там может, можно все-таки с детонатором. Детонатор, блядь. Попробуй. Это просто куча говна какая-то. На самом деле, взрывное устройство на дороге должно лежать, что мне. Да, может детонатор. Все, уёбываем. Идем нахуй. Давай за камень встанем, нахуй. Ты так веруешь в арму, что нас за камнем не убьет? А вдруг? Заебись. Невероятно, нахуй. Ах. Я в шоке. Впервые у нас получилось. Впервые, блять. Впервые взрывчатка в этой игре нормально работает. Че за хуйня? Да нет, это впервые у нас арма. Прям получилось миссию выполнить и не убивая вообще всех на свете. Так, блять. Да, я вижу. Спрятаться негде. Нет, не, ты внимательно смотри. Да вижу я ее, блядь, говорю, спрятаться негде. Сейчас въебать в нее по логам. Но она там, блядь, в этой хуйне. Она под маскировочной сетью. Да, да, да. Если мы сейчас по ней въебем, нас расстреляют, блядь, это собак. Давай, блядь, к камню попробуем подойти. По пути укрыться можно. Но справа все равно гранаты я могу забросать. Сейчас какая-то хуйня, там ничего нет под этой сетью. Давай попробуем осмотреться. Был слева, блядь. Вон она стоит. Вот прям ее жопа. 50 метров до нее, да? Это типа реально артиллерия. Это не мортиры, блядь. Я гранатомет достал. 50 метров. Стрелять? Подожди минуту. Я готов. Да, 50 метров, все верно. Мы слишком близко, по-моему, стоим. Я готов. Стрелять? Нет, нет, нет. Я отойду. Давай. Может, ты за дудки давай. А, у тебя дудки нету. В смысле нет, а это что? Хуйня, это ящики, блядь.
ящик ебал. Она... Я думал, что это она жопой к нам стоит, блять, а это ящик. Да, я из дудки сейчас по ней ебану. У меня-то дудка есть. Андрей, уйди оттуда нахуй. Пожалуйста. Ты слишком близко все равно что делаешь. Нормально. По верхней стреляй, да? Ты смотря сколько метров до нее. 50, я уже в бинокль замерил. 50 метров выставлено, то вот по центральной риске. Заебись. Блять, ракета улетела. Сука. Да кок-офф, блять. Вот это я понимаю, кок-офф. Блять, я думал, ты артиллерию видишь, ты ящики видел. Не, я смотрю, я думал, на жопой ко мне стоит, а из-за соседей, из-за, блядь, видимо, хуёвой графики, я так и не понял, думал, жопа ко мне стоит, я по ней въебал, блядь. Я думал, ты видишь то, что я вижу, в смысле, я-то её видел. Я тоже думал, что ты видишь то, что я вижу, ну ладно. Главное, что, блядь, обошлось. Осталось перевертушку дождаться. Ладно. А сядет, блядь? Это птица, это самолёт. Ебать, она нарами хуярит куда-то. Хуя себе, я такого не видел еще. Да, со спецэффектами, блядь. Все, можешь садиться. Давай.